И будем начинать. Сегодня у нас практика расширения, расфокусировка, и потом поделаем с вами диагностики. Садимся поудобнее, так чтобы спина наша имела опору. Прикройте глазки, нырните внутрь. Почувствуйте, насколько вам комфортно сидеть. И когда вы определились своим местоположением, открываем глаза, находим точку перед собой и смотрим сквозь нее. Продолжаем дышать. Медленно расфокусируем свое зрение максимально по горизонту влево, вправо, максимально вверх и максимально вниз. Делаем медленный глубокий вдох и спокойный медленный выдох. Руки, ноги не перекрещены. И медленно погружаемся внутрь себя. Внимание переводим на наше дыхание. И когда мы делаем вдох и задержку, сосредотачиваемся на задержке дыхания. Когда делаем выдох и задержку, сосредотачиваемся тоже на задержке дыхания. Делаем медленный глубокий вдох. Переносим точку внимания нашего сознания над головой сантиметров 30-40. И задержка дыхания максимально долго, насколько вам комфортно. Когда вы не можете уже удерживать воздух, вы делаете медленный, спокойный выдох через рот. И переносите ваше внимание, сознание вперед на расстоянии метра, как бы раздвигая пространство. И делаете задержку дыхания на максимальном выдохе. Удерживать дыхание на выдохе всегда менее комфортно, когда уже нам не вмоготу, мы начинаем делать медленный вдох через нос и снова переносим наше внимание над головой на 30-40 сантиметров, охватывая одномоментно все пространство перед собой. И внимание переносим на задержку дыхания. Держим, держим максимально долго, прям до того момента, когда уже хочется выдохнуть. И только тогда выдыхаем через рот. Переносим наше сознание, внимание сознания на метр перед собой. Выдыхаем полностью, полностью воздух и задержка дыхания. Удерживаем все пространство перед собой.
Когда уже хочется вдохнуть, вдыхаем через нос, переносим наше внимание сознания над головой, охватывая все вокруг себя и перед собой, и задерживаем дыхание. Внимание на задержке дыхания, на своем состоянии. Делаем выдох через рот и закрываем глаза. Продолжаем дышать. Все внимание внутрь. Садимся так, чтобы нам было удобно. Даже можно прилечь, если есть такое желание, возможность. Продолжаем дышать вдох через нос, выдох через рот. Расслабляем все свое тело. И открываем свои внутренние глаза. Просматриваем все свое тело внутри. Осознаем объем своего тела, размер его. Чувствуем, как наше тело соприкасается с воздухом, с одеждой. Чувствуем, как наши стопы соприкасаются с полом или со стельками нашей обуви. И с каждым выдохом погружаемся внутрь себя. И сейчас сосредоточьтесь на объеме своего тела. Мы делаем глубокий вдох, и тело увеличивает объемы в 3-4 раза. И на выдохе мы растворяем границы нашего физического тела, и наша энергия заполняет сферу, которую мы сейчас видим. Поизучайте эту сферу. Если вы ее не видите, представьте, почувствуйте, осознайте, что вы сейчас энергетически увеличились в 3-4 раза. Ощутите границы этой сферы. Почувствуйте, какая она. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров помещения, в котором мы находимся, комната. На выдохе наша энергия заполняет всю эту комнату. Почувствуйте все, что находится в этом помещении, в этой комнате. И почувствуйте, какой вам энергии сейчас не хватает. Энергии радости, любви, энергии мира, гармонии, энергии спокойствия, уравновешенности, энергии счастья, энергии сексуальности, денежной энергии.
Какой энергии именно сейчас вам не хватает? Что бы вы хотели добавить в свое состояние? И делаем вдох и расширяемся до размеров здания, в котором мы находимся. И ваша энергия заполняет все это пространство. Все, что вам нужно, находится в этом пространстве. И с каждым вдохом и выдохом вы заполняете это пространство. Осознайте границы этой территории, этого пространства, этого объема. Поизучайте конструкцию этого здания. Почувствуйте, что находится рядом с соседним помещением. Какая температура там, в соседнем помещении. И это все прочувствуем, делаем глубокий вдох и расширяемся до размеров микрорайона. И на выдохе наша энергия заполняет весь этот микрорайон. Вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. Делаем вдох и расширяемся до размера города. И на выдохе наша энергия заполняет все это пространство, весь этот объем. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров страны. И на выдохе наша энергия заполняет всю нашу страну. Энергия мира, энергия спокойствия, уравновешенности, энергия осознанности, энергия любви, принятия, энергия мира, энергия радости. Заполняет каждую точку этого пространства. Вы одномоментно находитесь в каждой точке этого объема. Делаем вдох. И на выдохе вы уже целый континент. Прочувствуйте границы этого объема. Осознайте, что вы одномоментно находитесь везде, в каждой точке этого пространства. В каждой речке, в каждом озере, в каждом дереве. В каждом живом существе есть ваша энергия. Энергия любви. Энергия радости. Энергия мира. Энергия гармонии. Все, что вам сейчас необходимо, находится в каждой точке этого пространства. Все, что вам необходимо, есть в этом объеме. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров Матушки Земли. И на выдохе границы растворяются, и вы заполняете весь этот объем. Вы – это капля в море, которая знает все о море. Вы – это капелька Вселенной, которая знает все о Вселенной. Осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. И вы вибрируете, как это пространство. От вашей вибрации зависит все, что происходит вокруг. Осознайте это. Делаем вдох. И на выдохе вы уже целая Вселенная. И ваша энергия заполняет всю Вселенную, переопыляется, перемешивается, повышает вибрации. Осознайте, что вы частичка мироздания, и от ваших вибраций зависит все мироздание.
и увидьте перед вами планету Земля. Почувствуйте к ней любовь. Это ваше создание. Это вы создали эту планету. Вы ее наполняете своими энергиями. Чем бы вы хотели наполнить планету Земля? И представьте, что вы держите планету в своих руках. Это ваш любимый ребенок, это ваше дитя. Что вы хотите передать планете, своему ребенку? Любовь, мир, гармония, радость, уверенность, счастье. Что вы, лично вы, хотите передать планете? И представьте, как вся планета наполняется этими энергиями, вашими энергиями, энергиями любви, мира, гармонии, денежной энергии, энергии созидания, творения, энергии гармонии. Увидьте, как планета Земля в ваших руках начинает светиться, переливаться и наполняться высокими вибрациями, идущими через ваши ладошки. Сделайте вдох, выдох. Понаблюдайте за этим, что вы сейчас чувствуете. Сейчас сделайте вдох, и на выдохе вы планета Земля. Почувствуйте себя в надежных руках Творца. Как Он вас любит. Почувствуйте, что все, что вам необходимо, передается через Его ладошки вам. Вы целая планета. И вы принимаете только то, что хотите принять. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров континента. И почувствуйте, как энергия со всей Вселенной и со всей планеты Земля стекает на этот континент, на котором находитесь вы, и заполняет каждую точку пространства теми энергиями, которые хотите именно вы. Это энергия любви, радости, счастья, мира, гармонии, творения, созидания, осознанности, принятия. Все, что вы хотите сейчас иметь в своей жизни, стекает к вам на этот континент. И посмотрите своим взглядом, все ли заполнилось на этом континенте. И если есть какие-то пустоты, темные пятна, направьте туда свое внимание и заполните энергиями высоких вибраций. Вы творец своей реальности. Делаем вдох и на выдохе возвращаемся в объем своей страны, в которой мы сейчас находимся. И все эти энергии заполняют этот пространство, этот объем. Заполняют высокими вибрациями. Растворяют негатив. Заполняют все пустоты. Делаем вдох и на выдохе уменьшаемся до размеров своего города. И ваши энергии, которые принадлежат только вам, стекают в этот объем, в это пространство. Вы целый город. Делаем вдох и уменьшаемся до размера микрорайона.
Делаем вдох и уменьшаемся до размеров здания. И осознавайте, что вся энергия, которая находится вокруг вас, одномоментно присутствует у вас, и вы присутствуете в ней. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров комнаты. Энергия становится более плотной. Вы ее уже чувствуете. Делаем вдох. И уменьшаемся до размеров сферы, в которой мы находимся. Делаем вдох. И возвращаемся в свое физическое тело. Просмотрите свое тело. Осознайте его объем. Пошевелите пальчиками рук, ног. Пошевелите своими плечами, коленями. Сделайте вдох и открывайте глаза. Поморгайте своими глазками. И посмотрите, что поменялось вокруг вас. И поблагодарите себя, что вы такая или такой молодец, что уделили внимание себе и наполнились жизненной энергией. И теперь все пространство вокруг вас будет дышать вместе с вами. Сделайте еще раз вдох, выдох. И кто готов пройти диагностики, включайте микрофон. Доброе утро. Включайте камеру. Да, доброе утро. Минуса в плюс, и тогда по-другому будет течение энергия. Самая правильная иерархия, смотрите, самая правильная иерархия, это когда папа справа за плечом, мама слева за плечом. Или мама справа, потом папа с ней, то есть на одной линии. Если как-то по-другому, у нас идет перекос в жизни. Судя по тому, что вы нарисовали, ваша мама вообще не видела величия папы. И так как вы ее копируете, у вас на подсознательном уровне то же самое. Юля, правда в том, что если вы не уберете эту программу, которая у вас от мамы передалась, то сколько бы вы мужчин не меняли, они рано или поздно будут становиться такими же, какие изначально, ну, какие вот вам не нравятся. Мне нужно делать что-то, да, я с вами согласна. Да. Приходите на курс 10 основ, мы с вами это все исправим. Хорошо, а как мне, это мне надо написать вам или как это сделать? Да, напишите мне в личку, и мы с вами это все договоримся. Хорошо, благодарю всех. Если есть вопросы... Спасибо. Да, Юлечка, мне тоже приятно, что вы подсоединились. Как раз вот я почувствовала, что вам нужно со мной пообщаться. Да. Очень хорошо. Девочки, благодарю всех. Если есть вопросы, еще можете задать. Если нет, значит... Было приятно познакомиться. Удачного дня. Обязательно. Да, да. Обязательно, да, хорошо. Ну что, тогда заканчиваем нашу встречу. И до встречи в следующее воскресенье. Тоже будет практика и диагностика. Если есть вопросы, пишите. Можно в личку. И до встречи. До свидания. До свидания. Так, девочки.